хочу вам быстренько показать майскую коробочку от Glossy Box. Посмотрите, какое у него красивое оформление. Такие вот нежные пастельные тона. Тут вот в таком фиолетовом самом цвете сделана коробочка. И сама бумажечка внутри тоже была фиолетового цвета. Так вот все это красиво очень оформлено. Постарались они в мае показать красивую коробочку. Ну и давайте посмотрим ее наполнение. Ну что ж, давайте начнем. Вот как всегда, конечно же, прилагалась карточка с описанием продуктов, с ценами, что очень удобно, вот с картинками. То есть все как бы удобно, с сайтами, где можно купить. И с маленькой подсказочкой, что же будет в следующей коробочке, в июньской. Вот в следующей коробочке будет бронзер от фирмы Larizzi. Ну, давайте начнем. Вот такую вот вложили они, скажем, такой спа для ножек. Стоит она 4,99. И на один раз она такое саше. Сейчас покажу. Я уже попробовала. Тут вот инструкция, как пользоваться, сайт, где купить. И разные тут вот есть и для ванны такие вот желейные, релаксирующие, скажем так. Все не падает. Релаксирующие, не знаю даже, как сказать, жилет такое релаксирующее. И вот здесь такие вот два пакетика были. В первом пакетике лежали такие шарики. Здесь с ароматом лаванды и лемонграсса. И как надо было пользоваться. То есть вы засыпаете первый пакетик в ванну. У вас, вернее, не ванну, в тазик с водичкой, и помешали и ждете, и она такая становится желейная, то есть вот как будто такие вот маленькие-маленькие кружочки желе. Значит, если вот тут вот на картинке хорошо очень показано, если это, конечно, будет понятно, что я имею в виду, то есть вот такие вот мелкие-мелкие, скажем, ну, наверное, не очень понятно, но вот там такие вот как будто мелкие-мелкие, как я уже сказала, желейные кружочки. Потом вы опускаете в них ножки, релаксируете. И после того, как, скажем, прошло, может быть, 15 минут, вы засыпаете второй пакетик. И эти желейные частички, кружочки, скажем так, они начинают испаряться. Ну, можно так сказать. То есть, вот, скорее всего, что находится во втором пакетике, оно как-то, не знаю, действует на это желе, и желе начинает превращаться опять снова в водичку. То есть потом у вас опять водичка, и все, как бы ваша спа-процедура закончена. Они рекомендуют не вставать, потому что вода, возможно, будет скользкая. То есть вот желательно это делать или на кресле, или на диванчике, чтобы вы сидели, а не вставали в вашем тазике, скажем так. Ну и сама я бы не приобрету это средство. По мне это, если честно, какая-то ерунда. Ну, как бы, может, кому нравится, почему бы и нет. Второе, это то, что они обещали, то, что положат они в коробочку майскую. Это шампунь и кондиционер от Мария Нила. Нравится мне этот бренд. Был у меня от них маска для лица. Ой, извиняюсь, маска для волос. Очень мне понравилась, очень хорошая. Ну вот, попробую шампуни. Они заявлены, это миниатюрки, здесь по 100 мл, и они заявлены как для сухих волос, которая увлажняет, смягчает волосы, то есть вот такая вот софт, то есть делает мягкими ваши волосы. Хорошая, скажем так, понравилось мне, что и шампунь, и кондиционер, опять же, в удобной маленькой упаковочке, всегда можно взять даже с собой в какое-то путешествие. Следующее, это была такая вот палеточка. Палеточка не,
не очень дорогая. 15,55 стоит на их официальном сайте. Все сайты, как всегда, подпишу под видео. Цены тоже, если кому интересно. И вот такая вот пролин палеточка, тоже сделана вот в таком вот нежном оттенке. Это палетка для глаз. Такие вот летние, скажем, оттеночки. Кстати, хочу обратить ваше внимание, что она вот видно тут значок. То, что она без силиконов, без парабенов, без минеральных масел. То есть вот такая вот, скажем так, натуральная. И вот покажу поближе. Вот так выглядит сама эта палетка. Она такая в дешевом пластиковом оформлении. Даже не знаю, почему она такая дорогая, 15 паундов, когда она в пластиковом оформлении. Возможно, потому что она натуральная. Потому что видно, что это, конечно же, очень дешевая сама коробочка. Зеркальце зато есть. На все открывается спонжик такой резиновый. И вот сами оттеночки. Вот такие вот они, летние оттеночки. Как говорит производитель, что они очень-очень пигментированные. Ну, давайте сейчас проверим. Фиолетовый, такой серебристый, коричневый. Вот такой вот красненький. Ну, в принципе, да, хорошая пигментация. У них вот этих два оттеночка. В принципе, да, хорошая пигментация. Вот видно даже отсюда. Для, скажем так, для с учетом того, что это все-таки натуральные тени, обычно они, как правило, плохо передают оттенок, то вот эти вот я сказала бы, что хорошо передают оттенок, хорошая у них пигментация, неплохие оттеночки, такие вот летненькие. Не вижу, сколько я тут граммов у них. Ну, маленькие, маленькие, не скажу, что они большие, но вот так вот, в принципе, с собой удобно брать, опять же, даже хотя бы ради такого вот зеркальца большого. Но я все равно считаю, что для этих оттенков дороговато 15 паундов отдавать. Вот. Дальше вот такое вот средство для снятия макияжа от Куиши. Стоит оно 10,50 100 мл на их, по крайней мере, официальном сайте. Но здесь видите, что такая двухфазная смывалочка, то есть даже для водостойкой косметики должна быть тогда. И последний, это подарочек уже был, потому что обычно 5 все-таки продуктов вкладывают. И вот такой подарочек был, это такой чай Earl Grey. Я очень люблю чай Earl Grey, это черный чай от бренда We Are Tea, то есть мы чай. Стоит он 2,99, 15 пакетиков таких. Давайте я открою, посмотрим, как все это выглядит внутри. И вот так вот красиво, даже отсюда сразу пошел аромат этого бергамота. И вот так вот выглядит этот пакетик. То есть это натуральный чай вот в таком вот пакетике. Так вот выглядит. Как бы тоже такое приятно, когда вкладывают что-то такое экстра. Ну вот, в принципе, на этом все. Спасибо за внимание. Такая вот была коробочка. Понравилась мне, в принципе, и смывалочка, и шампуньки. В принципе, палеток у меня очень много. Чай люблю очень, чай, особенно черный. Ну что ж, спасибо всем за внимание. Всех целую, всем пока.